Да. О, Георгий Анатольевич. Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Получил письмецо от вас по поводу пилет. Компания «Альбатрос», Андрей звонит. Ой, как это мило, как это мило. Да. Привет, Андрей, привет. Я совершенно, я скажу откровенно, вот я получил заказ на эти пилеты, я в этом не понимаю ни хрена, в этих пилетах. Значит, если бы у меня спросили бы о бирже, я бы сказал бы все. Потому что мне проще продать евро и откупить ее, так сказать, снизу. И все. Это мое, так сказать, дело. И я в этом дока и понимаю все. Торговля-то положительно? Конечно, конечно. Сколько срок участия на рынке? 11 лет. 11 лет. Из них по году, да, если посчитать, 100% годовых есть за эти 11 лет каждый год? Последние 6 лет. Первые 5 лет... Что? Не понял. Последние 6 лет по 100 закрывали года. Нет, было больше. Было больше, было меньше. Было больше и было меньше, имеется в виду 100% годовых, да? Нет, я перешел, так сказать, на американские акции. Я, так сказать, торговал в начале на, значит, этими фьючерсами в Чикаго, на Чикагской товарной бирже. Ну, так сказать, вы знаете, да? Потом, так сказать, бонды английские продавал. А теперь я значит, торгую по этому, по Герчику, так сказать, он меня научил. Значит, я торгую только американские акции. У меня есть выбор, значит, каждый день. Значит, заработал я, ну, скажу так, в общем-то, больше миллиона долларов лично сам. Вот я вот лично вот заработал. У меня есть, так сказать, ну, в общем, это не важно. Вот, так сказать, я очень доволен, но я потерял семью, значит, ну, то есть жена от меня ушла, так как я мудак, значит, я этим очень увлекся, вот, и, ну, в общем... Есть, конечно, минусы большие. Есть, конечно, плюсы колоссальные, так сказать, я ничего не спорю. Вот, но в целом, ну, вы знаете, я скажу, что... Своя должна быть. Нет, труд тяжелый. Труд своя вообще тяжелый. Своя стратегия, а не герческая. Нет, когда нет, нет. Ты работаешь с герческой стратегией. Нет, нет, нет. У меня своя, так что... В том-то и дело, что меня Герчик спровадил на рынок акций, на Найс, на Амекс, на этот Насдак. Я торгую по, значит, торговой, ну, в общем, торговая, так сказать, ну, это не важно, Арчибальд, в общем, это не важно. Я просто придумал свою систему торговли, свою, так сказать, лично, значит, заказал роботов в Новосибирске, там, у математиков. Они сделали мне за деньги, в общем-то, большие, вот, значит, роботы окупились, но это все не то, это все оказалось ерундой вообще, так сказать, вот. И это ручная торговля, вот и все, только руками, все, так сказать. Вот я, ну, что умею, то умею. Все, вот я могу сказать так. Герчик Александр Михайлович, он хороший, очень лектор, неплохой, так сказать, неплохо рассказывает анекдоты, но как он торгует, я не видел. Я не видел ни одного его счета, я не знаю, так сказать, вот, как его оценивать. Вот, мои счета можно посмотреть. Ну, это не важно, потому что я их аккумулировал, купил большую недвижимость. Ну, это все уже не играет роли, так сказать, никакой. Вот. Это я рассказал, ну, так сказать, для знакомства, или я не знаю, для чего. Да, так сказать, для справки, так сказать, для пояснения. Вот. Да, торговаться я, естественно, не буду за эти пилеты, потому что это... Георгий Анатольевич.
Не, ну он сказал мне, так сказать, ценник не устраивает, так сказать, ну и ладно. Да. Не хотелось бы, конечно, вас прерывать, но я больше не имею права диалог продолжать. Я вам отвечу на ваше письмо обязательно. Ждите ответа, да, перешлете. Рад был знакомству. Я тоже. Всего да. тогда, да, до связи. Да-да-да, до свидания. До свидания. Спасибо.